ну, говорить много не о чем. Те моменты, которые мы создали, хорошие моменты, надо забивать. Если ты не забиваешь, ты никак не выиграешь. Поэтому, в принципе, есть комментарий. Спасибо, коллеги. Есть вопросы? Тогда у меня есть, если позволите. Вы впервые в Армавире с тех пор, как покинули пост тренера команды. Пожалуйста, поделитесь немного эмоциями о том, с каким чувством приехали в этот город, сюда, на этот стадион. Ну, эмоций сейчас особо никаких нет. Но если говорить об Армавире, только теплые чувства. Было хорошее время, хорошие болельщики. Поэтому, ну, приехал с удовольствием. Скажите, пожалуйста, о задачах, которые стоят перед вами, как перед главным тренером футбольного клуба «Факел». Задача одна – не вылететь.